Всем привет! В эфире Елизавета Марьенко и команда «Импульса Севера». Начнем обзор событий дня. Вроде так говорят ведущие в этой студии, да? Сегодня мы захватили не только медиапространство. Школьники обменялись делами даже с руководством города и начальниками департаментов. А все потому, что в Новом Уренгое день самоуправления. Подробности в репортаже Арсения Козырева. С минуты на минуту в Новом Уренгое произойдет массовая смена власти. Кресло руководителей в администрации города займут школьники. Правда, это всего лишь на один день, но из-за такое короткое количество времени можно много чего успеть. А вот и они, главные герои дня. Это потенциальные ученики года и просто активные старшеклассники. Один из них сегодня примерит на себя роль руководителя Нового Уренгоя. Должность важная, и работа на ней сложная и ответственная. Пока в школе учишься, есть время определиться. Теперь ловите подсказку от градоначальника. Пригодится. Не обязательно быть высоким начальником. Главное быть хорошим человеком и понимать, для чего ты появился на этот свет. А праздно прожить жизнь – это на самом деле не очень интересно. Ваша задача как дублеров – вникнуть в конкретное направление и смотреть, действительно ли мы здесь работаем, либо бездельничаем. Договорились, а поэтому с удовольствием хочу символический ключ вручить. Сегодня ваш день. Надеюсь, что вы за один день не сломаете тот механизм, который есть в городе. Знаю, что вы очень талантливый и умный. Если школьник сегодня будет выполнять вашу работу, то вы будете за него выполнять домашнее задание? Если он мне доверит это, то готов. Так, а если серьезно, то какая цель у Дня самоуправления? Ну, это определенные знания для нашего юного поколения. Они должны понять, что такое органы местного самоуправления. Тяжело или легко управлять городом, потому что город – это такой большой живой организм. И надо, чтобы он работал безостановочно, безаварийно. Это сложная работа, над которой трудится много-много людей. Работа идет методом погружения. День начинается с оперативного совещания. За столом дублеры руководства города в полном составе решают общую задачу, как сделать город комфортнее. Что нам нужно для создания молодежного микрорайона по работе подгрупп? Это построить социальные объекты, это школы, детские сады, это произвести жилые постройки, то есть это МКД, многоквартирные дома. Естественно, должны присутствовать в микрорайоне зоны отдыха, зона сохранения исторических событий. Тут все по-взрослому. Пойдем посмотрим, что потенциальные политики делают. В креслах депутатов городской думы тоже школьники. Они уже готовятся решать вопросы местного значения и заодно свои знания демонстрируют. Как стать депутатом и кто может его выбрать? Вот ваше внутреннее ощущение, как стать депутатом? Происходят выборы, и на этих выборах как раз-таки есть кандидаты, и граждане приходят, выбирают у вас 5 депутатов. У главы города интересней и кабинет больше. Правда, и ответственность колоссальная. Мои коллеги про это скоро расскажут. Арсений Козырев, Антон Берестянский, информационное агентство «Импульс Севера». Новоявленный глава Нового Уренгоя и председатель городской думы не ограничились работой в кабинете. Они отправились в первый в их жизни объезд. Алексей Кушнаренко и Агдалия Хасаянова проверили ход строительства сразу 2 социальных объектов. Материал с места событий подготовила моя коллега Елена Смирнова. Юнкорам Ямалклик не привыкать работать по-взрослому. А вот как справляются со своими ролями участники Дня самоуправления, я сейчас смогу подглядеть. Вперед, на объезд! Первая остановка – Арктический лицей. Делегации провели экскурсию по строящемуся зданию. Рассказали о возможностях современной школы. Здесь будут взращивать отличников и лучших спортсменов. Учащиеся смогут развивать физические данные в бассейне, спортивном и хореографическом залах. А грызть гранит науки в просторных классах и в библиотеке. По секрету скажу, будут крутые зоны отдыха и большая столовая. Главная цель – познакомить все-таки ребят с будущим Нового Уренгоя. Локация не случайно выбрана. Это новая, самая большая школа на Ямале. К сожалению, ребята уже заканчивают 11 класс, не смогут поучиться, но я думаю, они уедут в Питер или в Москву, или в Тюмень, где они будут учиться. И всегда
будет хотеться вернуться назад, потому что кроме школы у нас строится еще очень много-много объектов для молодежи, и они о них уже узнали. Совсем скоро лицей распахнет двери для 1600 учащихся. Благо, подрядчик ответственный и работает без нарушения графика. А как бы повел себя Алексей Кушнаренко, дублер главы, если бы строители сорвали сроки? Как думаешь, что должен сказать глава города, если подрядчики не успевают вовремя сдать работу? Ай-яй-яй. Я считаю, что нужно провести жесткий, но не жестокий разговор с подрядчиками, да, объяснить им всю необходимость ускорения их работы для того, чтобы объект был сдан вовремя. Можешь сделать суровый взгляд, как у Андрея Валерьевича? Я, наверное, думаю, пока не получается, да, в силу опыта, который только-только накапливается. Слышно, ты кто-то говорит, да? Побывали дублеры и в здании бассейна «Юность», где идет реконструкция. Внутри очень красиво и уютно. Строители провели тепло, воду, свет и вентиляцию. Не забыли про дизайн. Что тебя больше всего впечатлило в этом объезде? Мне кажется, что наибольшее впечатление на меня произвела арктический лицей, потому что настолько масштабное учебное заведение в нашем городе – это достаточно новое, и то, как там все продумано для удобства самих детей, это чудесно. Я думаю, у Полины Михайловны очень сложная работа. Как насчет недели самоуправления? Неделя самоуправления? Ну, это был бы достаточно интересный опыт, но мне кажется, лучше начать хотя бы с парочки дней, чтобы человек освоился и понял, насколько это тяжело. Полина Михайловна, как вы думаете, не напугает ребят сегодняшний день? Сегодня прекрасный день, день дублера. Я думаю, что этот день не напугает, а наоборот, ребята углубятся в нашу деятельность, им это все очень понравится, и они выберут ту профессию, которая поможет им в будущем вернуться и помогать нам наш город развивать. Сложная, конечно, работа. Управлять целым городом, но очень интересная. В следующем году я тоже попробую себя в роли дублера, заместителя главы или руководителем департамента. Елена Смирнова, Даниил Жителев, информационное агентство «Импульс Севера». Перспективы работы на Ямале привлекают не только нас, местную молодежь. Прощупать почву и провести мастер-класс в газовую столицу приехали московские студенты. Ранее Департамент культуры округа подписал соглашение с Гнесинкой. Таким образом, перспективных молодых специалистов знакомят с Ямалом и привлекают для работы в арктическом регионе. Газовая столица стала первым городом, куда прибыли гости из Москвы. Выбрали 15 добровольцев из академии, вот, и отправили нас на север для вот такой просветительской, творческой программы для такого обмена опытом. Это великолепная возможность, которую нам округ дает, чтобы такие успешные студенты, студенты ведущих российских вузов могли сами приехать до своего выпуска и познакомиться с возможным будущим местом работы. И приятно, что эти студенты интересуются регионами, хотят развивать наши региональные школы, хотят приносить пользу культуре нашей российской. Кстати, сегодня мы встретили еще одних гостей из столицы. Но Муренгой уже в третий раз проходят ямальские встречи. Благодаря этому проекту жители города могут познакомиться и пообщаться с известными личностями. Сегодня в «Звездном» новоуренгойцы встретились с параспортсменом Михаилом Асташовым. Модерировал встречу директор информагентства «Импульс Севера» Владислав Семинов. За час Михаил успел рассказать о своей судьбе и о пути к спортивному Олимпу. Какой самый волнительный момент в жизни у вас был? Это самые первые соревнования и вот Олимпийские игры. Вот два момента. Самые первые соревнования – это получилось так, что благодаря им я как бы захотел быть чемпионом, потому что на самых первых соревнованиях я проиграл. Вот. Мне понравилось, как награждали спортсмена за первое место, как ему вручали кубок и все такое. Я это смотрел со стороны и тогда захотел быть на его месте. Любой уважающий себя спортсмен, он, естественно, мечтает попасть на Олимпийские и Паралимпийские игры. А если еще и победить там, то это прям мечта. В рамках ямальских встреч жители города смогли пообщаться и с российским фигуристом Ильей Авербухом.
Об этой встрече мы подробнее расскажем в будущих выпусках. Дублеры депутаты продолжают активно работать. Во второй половине дня они собрались на внеочередное заседание местной думы. Его провела Агдалия Хасянова, которая сегодня выполняла роль председателя представительного органа. Основная тема – защита проектов застройки нового молодежного микрорайона. Если такой микрорайон появится в городе, каково будет его наполнение? Новые локации, предложенные ребятами, вызвали бурное обсуждение. В них принял участие и глава Андрей Воронов. В детском саду, а также в школе будет спортивный зал, зеленая зона для обучения детей садоводством, а также урны, которые приучат к любви к экологии. Кстати, как вы могли заметить, школьники сегодня и ведут эфир, и готовят на него материалы. Ух, нелегкий это труд. Справляемся совсем сами. Ну, меньше слов, больше дела. Сейчас покажем журналистскую кухню изнутри. День самоуправства. Самоуправление. Ты уже взялась в роль редактора? А то. Тебе, если что, этажом ниже. А меня ждет кожаное кресло. Владислав Владимирович, здравствуйте. Я вас сегодня тут подменю, только объясните, что мне тут делать. Привет. В этой папке необходимые документы. Нужно будет сегодня их разобрать. Более того, тебе нужно будет сегодня создать рабочую группу для того, чтобы определить, нам нужно что-то новое в эфире. Нам нужно понять, какую программу мы новую запускаем, определить ее тематику, определить состав рабочей группы, определить состав творческой группы, определить временной промежуток. В общем, до конца дня тебе нужно показать результат. Ага. А пассианс тут есть? Разберешься. Да. Итак, сюда едет Митя. Здесь будет Митя. И в 10 часов тоже Митя. Ну, сердца у тебя нету. Так, в 10:30 объезд с главой Елена. Принято, только надо переодеться. Так. А примиться откуда-нибудь будем? Кривиться. Понятно. Ладно, собрались. За работу. Ну! Здравствуйте. Мне сказали быть в большой кофте и джинсах, и с недовольным лицом. Я готова. Держи. Главное, смотри за балансом белого. Ага. Алиса, включи музыку. Включаю. Аля, погнали, съемка. Алиса, выключи музыку. Съемка. Съемка. Здравствуйте, я сюда. Ну смотри, здесь нажимаешь это, здесь вот это, и все. Понял.
хорошо, но надо переделать. А где подводка к церемонии? Да, все хорошо, только голову отрежь. Сюжет на 6. Сейчас все будет. Ну? Все. Спасибо. Лера, принимай. Принято. Дань, забирай. Принято. Новости, поднимаемся. А ведь взрослые так каждый день. Я хочу так работать. Да. А пока об успехах самых настоящих журналистов. Моя старшая коллега по цеху Мари Бохо победила в номинации «Лучший спортивный корреспондент». Мари была среди тех, кого отметили наградами в конкурсе «Спортивная элита». В нем приняли участие представители различных видов спорта – от футбола до легкой атлетики, от гимнастики до хоккея. 77 человек получили заслуженные награды. На «Элите» представлено множество номинаций, как и общественные организации, так, соответственно, и спортсмены в разных категориях, в том числе и тренера, общественники и учреждения, которые по профилю, по своему взаимодействуют со сферой спорта. По итогам участия в данном конкурсе отбираются победители, которых мы направляем на участие в окружном уже конкурсе «Спортивная элита ИНАО». Продолжаем выпуск. 28 апреля 1945 года было подбито и уничтожено 50 немецких танков и самоходных орудий. Каждый день Великой Отечественной войны имеет особое значение. Но уренгойцы написали международный исторический диктант победы. Акция прошла в юбилейный пятый раз. Тест сдавали по всей России, а также в 50 других странах. Площадки открыли и по всему округу, от Сабеты до Ноябрьска. Собрались и представители Росгвардии, и представители работающей молодежи, также и пенсионеры, также даже пришли родители с детьми. Это акция, которая объединяет разные поколения в стремлении сохранять знания о Великой Отечественной войне. Нам с самых ранних лет известно, что День Победы – один из важнейших праздников в нашей стране. Одним из его символов считается Знамя Победы. Для советского народа красное знамя над Рейхстагом стало символом поверженного фашизма. 1 мая и перед администрацией города Новый Уренгой поднимут алый символ победы. 1 мая 1945 года бойцы Красной Армии Берестов, Егоров и Кантария водрузили на крышу Рейхстага Знамя Победы. Этот исторический факт известен каждому в нашей стране. Несколько лет назад, в канун 9 мая, копии знамени воссоздали в школах и учреждениях, чтобы ныне живущие помнили и гордились подвигами своих героических предков. Мне сначала рассказывал учитель о Знамя Победы, пару информаций. Потом я решил прочитать в интернете, так как у меня был стих, что три воина вознесли на листах Знамя Победы. Ну, я и решил поинтересоваться, зачем его занесли туда, как он выглядел. На полотнище стоит цифра 5. Дело в том, что было сделано 9 штурмовых знамен по числу дивизий 3-й ударной армии. Полотнище, переданное в 150-й Идрицкой стрелковой дивизии ордена Кутузова, и стало той священной реликвией и символом победы. Копия, созданная учениками 16-й школы в 2018 году, до сих пор хранится в их музее. Сейчас я учусь в 9-м классе, но я до сих пор отчетливо помню, как нас сюда привели и сказали: «Ребята, сейчас перед вами стоит огромная, серьезная задача. Вам доверено сделать Знамя Победы». Именно вот это Знамя Победы мы нарисовали 5 лет тому назад.
Да, действительно, я помогал делать этот флаг, и спустя столько времени он является одним из самых почетных предметов в нашем музее. Ведь в наше время очень важно помнить и ценить все подвиги, которые прошли наши деды. Некоторые источники указывают, что красный флаг над логовом фашистов подняли в ночь с 30 апреля, но по времени Советского Союза май уже наступил. Поэтому 1 числа в Новом Уренгое поднимут алый символ победы. Полотнище размером 9 на 13 метров будет реять на главном флагштоке города. Еще о том, о чем забывать не стоит. Речь о добрых делах и взаимопомощи. Мы часто рассказываем о гуманитарной помощи, которую собирают жители газовой столицы. Сегодня мы покажем, как доставляют груз, и расскажем о людях, находящихся в зоне СВО. В 20:35 на телеканале «Импульс Севера» состоится премьера документального фильма «Солдату от Артема». Не пропустите! Не каждый захочет туда ехать, потому что, ну, честно говоря, я боюсь. У меня брат тут, сын тут. Один по мобилизации, один сам пошел. Добровольцем. Секундочку. Мои взрослые коллеги передают, что нужно рассказать о важных изменениях. Если вы планируете 1 мая отправиться на отдых или за покупками, помните, что из-за ремонта на некоторых участках будет перекрыто движение. Изменения коснутся магистральной и таежной. Вся подробная информация на экране. Завершаем выпуск финальной серии репортажей с форума детских и молодежных медиа «Ямал Клик». Репортаж делали не мы, но наша более опытная коллега Юлия Шаркова с этим тоже неплохо справилась. Она раскроет главную интригу, какая из команд победила и какой проект будет реализован на площадках «Импульса Севера». Вот мы и подобрались к главной интриге форума детских и молодежных медиа «Ямал Клик». Кто же стал победителем? Три команды, пять наставников. В порядке жеребьевки каждая команда получила свою тему. Реалити-шоу, патриотизм и технологии. Дальше путем мозгового штурма ребятам предстоит придумать нечто новое, крутое и интересное. Рубрику, передачу или паблик. Выиграть ли наш проект? Да, давайте. Мы должны быть беспристрастны. Ваш проект выиграет. Вы сегодня победите. Вам я тоже говорю, вы победите. На самом деле, держу кулачки за всех и победит сильнейший проект. Проекты на глазах рождаются достойные и даже смелые. Осталось теперь представить их на суд компетентного жюри. Привет, это шоу «Покажи мне...» Господи, «Покажи мне Север». Итак, вам необходимо выбрать одну из карточек, где будет былина, пословица или легенда, которая не имеет начала или конца. Участникам нужно догадаться, чем она заканчивается, начинается или что там у нее в середине. Название нашего проекта «Бабушки в шоке». И нам поступил только что звонок. Ой, ай... Господи, я не могу скачать WhatsApp, чтобы общаться со своими внучками. Батя, что случилось? Что он тебе сказал? Есть такая профессия – родину защищать. Это был фрагмент из нашего будущего подкаста «Батя», в котором дети участников специальной военной операции расскажут, с чем пришлось столкнуться их семье в самых детальных подробностях. Вот такие многогранные личности участники форума. И пока жюри совещалось, а самые маленькие ямалкликовцы продолжали учиться, мы развлекали зал как могли. Мы все можем. И новости вести, сюжеты снимать, петь, танцевать. Ой, а ты тоже можешь танцевать? Легко. Давай. Друзья, музыку!
Нет, конечно! Не я звезда сегодняшнего вечера. Воу! Надеюсь, что в следующем году это уже будет окружной фестиваль. Всему импульсу большой поклон, на самом деле прекрасное мероприятие. Вы не просто развиваетесь как профессионалы, вы развиваете еще, растите себе смену, развиваете ребят. Победила команда «Синие!» Но это не все, ведь нам так хочется отметить и поблагодарить наших самых активных юных медийщиков. Мы приготовили несколько номинаций. Первый дубль – агент 24/7, ценный кадр, акулы клавиатуры и профессия на вырост. Спасибо большое, хочется сказать коллективу, тем людям, сотрудникам информационного агентства «Импульс Севера», которые всегда рядом с вами, которые всегда вместе объединены одной единой целью – сделать медиапространство, во всяком случае, в Новом Уренгое, краше, интереснее, лучше. И только ваши успехи, дорогие фрумчане, дают нам силы и возможности это делать. Не обошлось без спонтанности и сюрпризов. Один из спикеров форума, директор медиахолдинга «МИК» Максим Солодов, предложил реализовать проект каждому из муниципалитетов округа. Проект «Батя» на самом деле очень крутой, очень своевременный. Я думаю, что он получится очень классный. Поэтому открываю такое соревнование. Кто из муниципалитетов, здесь же разные муниципалитеты, первый сделает этот проект, тот и чемпион. Я потом придумаю, что подарить. Каждый на форуме нашел для себя что-то интересное и новое. Знания, озарение и вдохновение. Поэтому можно расслабиться и под зажигательные треки любимого артиста поплясать. Ну, я как участник уже предыдущего форума могу отметить, что все мастер-классы были очень познавательны и они не повторялись. То есть в прошлом году рассказывали одно, и в этом году рассказывали совершенно другое. От форума у меня шикарное впечатление, мне все безупречно понравилось, особенно понравилось наше окно. Очень интересно, и я бы сказала, что это, наверное, одно из самых масштабных и самых эффективных мероприятий в нашем городе и, в принципе, на Ямале. Ах, ребята дорогие, как же нам приятны ваши слова. Мы сделали это для вас, наши юные журналисты, и сделаем еще неоднократно. До встречи в следующем году. Юлия Шаркова, Павел Михайловский, Антон Берестянский, Николай Александров, Сергей Белых. Информационное агентство «Импульс Севера». Если вам понравился этот выпуск, пишите в телегу «Импульса», что Елизавета Маринко – лучшая ведущая. Может быть, благодаря вам меня возьмут на работу через пару лет. Кстати, не переключайтесь. Впереди вас ждет афиша самых крутых событий предстоящих выходных. Пока-пока!